Всем привет, мои хорошие! Вы на канале Ерунчик. Сегодняшнее утро началось с того, что дети попросили панкейки, и я начала им делать. Тут, значит, у меня йогурт, который не доели дети, я его добавляла тоже. Также взяла мацони, у меня просроченная. Очень часто делаю на глаз панкейки или всякие кексики из того, что есть дома. Приблизительно чуть меньше половины банки я добавила мацони. Вообще, конечно, панкейки на мацони получаются очень хорошие. Также у меня было немножко, я до этого что-то делала, и у меня оставалось немножко яичек. Я добавила тут буквально, наверное, четверть яйца целого. Добавляю на глаз сахар. Я, в общем, даже не буду говорить, сколько. На вкус 2 столовые ложки насыпала. Просто будете смотреть на видео. Добавляю соду. Также добавляю ванильный сахар. Хорошо все размешиваю. Еще добавляю я немножко растительного масла. Они получаются более мягкие от этого. И плюс я, когда жарю панкейки, я сковородку просто смазываю растительным маслом. Я не жарю полностью на масле. Девчонки, я вам показываю сейчас не рецепт панкейков, а показываю просто свое утро выходного дня. Детки попросили панкейки, и я им сделала, можно сказать, из того, что было, продукты. Я, честно говоря, не люблю выкидывать продукты, и потому, когда они не доедают йогурт или мацони или что-то, я всегда стараюсь что-то из этого испечь или сделать. Буду подавать панкейки детям со сметаной. Они очень любят со сметаной или с вареньем клубничным. Вот такие пышные получаются, очень хорошие. Мне очень нравится, когда на мацони панкейки, они правда получаются очень пышные.
Всем привет! Сейчас час дня, детям надо что-то сделать, кушать. У меня было пюре, я сюда добавила, значит, немножко укроп, соль, перец, муку и хорошо размешала, сделала такие кружочки, обваляла в муке и жарю. Вот такие они получаются румяные. И очень вкусные, дети любят. Хотела показать, какой шиповник собрали с дочкой. У нее в садике должна быть подделка, и мы собирали листики, шиповник собрали на всякий случай. Я поставила вот так в вазочку, очень красиво, мне кажется. Вот такую красивую подделку дочка сделала сама. Ну, идею я посмотрела, конечно, в интернете, показала ей, и все она сама сделала. Мне кажется, очень красиво. Для 5-летнего ребенка вообще замечательно. Некоторые родители приносили подделки в детский сад, и там было видно, что ребенок там не приложил вообще руки. Все сделали родители. Мне кажется, это вообще не интересно. Лучше пускай будет немножко простенький рисунок или там подделка какая-нибудь, но сделанная от начала до конца руками ребенка. Не знаю, мне так кажется. Муж нанизывает орешки на нитку. В садике попросили принести каждому ребенку по 1-2 веревки с орешками, чтобы сделать чурчхелу. Вот такая будет. Новостей у нас вот испортилась машинка, 15 лет служила. И испортилась внутри, что-то не делается. И купили новую, сейчас покажу какую. Вот такую купили, очень хорошая. Уже 2 раза прокрутили. Мы довольны. Что-то герань моя испортилась. Вот высохли листочки. Голенько стало. Ну, на этой ноте я буду с вами прощаться. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх. Увидимся еще. До скорых встреч. Пока-пока.